Добрый день, друзья! Мы находимся в метро Комендантский проспект. Что тут машины? А пешеходный переход есть? Ладно, сейчас я подожду, когда они проедут. И я пойду. Опа! Метро Комендантский проспект. Это торгово-развлекательный комплекс «Атмосфера». И сегодня зайдем с вами бывший Макдональдс, только это теперь, конечно же, не Макдональдс, называется совсем по-другому, но по типу Макдональдса, заняли все территории, все помещения Макдональдса и открылись. Сейчас посмотрим цены, вот на улице люди сидят, у них другой знак, хотела посмотреть, знаете, что вот здесь цены. Здесь цены. Что у нас? Вот, ребят, смотрите цены. Курица, наггетсы 459, 999, 6 штук 69, 18 штук 195, стрипсы, цезарь ролл 179, напитки, кола без сахара 89, липтон, лимон 89, все по 89 все напитки, вода газированная 89, сок апельсиновый 90. Так. Десерты. Мороженое 84, молочный коктейль 73, вафельный рожок. Картофель фри смотрим. 75, средний, большой 95, соус 40. Вот, гамбургеры пошли. Двойной чизбургер. 135, чизбургер 64. Ну, гамбургер 55. Вот это ближе цены к Макдональдсу. Гранд Делюк 189, двойной гранд 245, гранд 164. Горячие напитки. Американо 55 маленький, 84 большой. Капучино, латте, чай черный, зеленый 55, средний 74. Бургеры. Ну, в общем-то, ребят, цены. Кока-кола. Ну, это повторы, да? Я вижу. Пирожок с вишней 59, яблочный пирог 65. Ага, вот там дальше пошли. Это я. Очередь стоит. Автоочередь здесь стоит. Но есть и зал. Вот я хотела вам показать. Говядина. 164, 245, 189. Курица, рыба. Вы знаете, неплохие, ребят. Цены хорошие. Оформлены, видите, что-то отдаленно напоминает. А вот тут еще десерты. Завтрак из яиц. Яичница 115, яичница 145, омлет 115, десерты, мороженое 84. В общем, ребят, цены нормальные. По типу Макдональдса. А как мне пройти? Сейчас пройдем, посмотрим внутри. Я просто проезжала, видела, что открываются по городу везде. Знак другой. Сейчас, ребят, столики на улице. Вот столики на улице есть. Вот. Сейчас определимся с вами. А, вот видите, название меняется, любовь остается. Да, вообще все оформлено по типу Макдональдса. Сейчас, ребят, зайдем. Сейчас вы название увидите. Сейчас зайдем, посмотрим. Где много? Здравствуйте. Много. Ой, как прохладно, как хорошо. По типу Макдональдса, ребята, пахнет как в Макдональдсе. Смотрите, как красиво. Только людей очень много. Как пройти? Вот видите, людей много. Столиков много. Даже оставили служебные помещения. Ну, в общем-то, вы знаете, вот видите, для мальчиков, для девочек. По типу Макдональдса все. Название хотелось бы увидеть. По-моему, говорили «Вкусная точка» или как будет называться. Ой, тут прохладно. Скажите, пожалуйста, а как называется кафе теперь? Кафе как? «Вкусная точка». А, «Вкусная точка», да? Ну да, да, спасибо. Да, ребят, «Вкусная точка». Так что имейте в виду, у нас открылись в Петербурге кафешечки. Не будем мешать. Вот видите, совершенно уже рекламка другая.
Ну, все по типу Макдональдса, все прекрасно, красиво, аккуратно. Ребята работают, спрос есть. Не оставили нас без Макдональдса, но теперь у нас отечественное производство. Вкусная точка. И везде точки нарисованы. Все, ребятушки, выходим. Так, и работу предлагают. Что-то меняется. Стабильная работа остается. Гарантируем полную занятость 48 тысяч в месяц. Обратитесь к менеджеру. Вот и все, ребят. Ведется прием на работу. Выходим. И это у нас метро Комендантский проспект. Можно сесть на улице. На улице прохладно, просто. А здесь авто. А здесь мы, наверное, не пройдем. А сейчас я там перейду с вами с стороны, посмотрим. Вот и все, ребятушки. Вот и все. Вот и прекрасно. Кому не хватало Макдональдса, все прекрасно. Теперь у вас есть вкусно и точка. Вот, мы открылись. Недалеко от метро. Вот вижу, Комендантская площадь, 4 адреса. Это недалеко от метро Комендантский проспект. И там, где были раньше Макдональдсы, почти везде открываются вот эти точки. Прекрасно, прекрасно. Торговый центр «Атмосфера». Все, ребят. Спасибо за комментарии. Спасибо, что заходите каждый день. В Петербурге прекрасная летняя погода. Выхожу для вас каждый день, рассказываю о жизни в Петербурге, что у нас как. Летом много гуляем в центре. Заходите обязательно на Яндекс.Дзен канал, обязательно. Потому что видео вначале выходит там, а потом выходит здесь, на YouTube канале. Так что, кто не подписался еще на Яндекс.Дзен, добро пожаловать. Там и новости я публикую, потому что здесь сообщество не открывается. Фотографии, а в Яндекс.Дзен все открывается. Так что посты там тоже выкладываю. Жду вас, ребят. Яндекс.Дзен канале, на Яндекс.Дзен. Кто подписался, умнички, всем отдельный приветик. Вот тенечек. И чайки летают. Но это только в морских городах чайки могут летать в центре города. Хотя тут залив не так далеко. Все, ребятушки. Встретимся в следующем видео. Пока.